истории Миши Тимофеева, мальчика, который накануне попросил президента помочь ему вернуться из Центра содействия семейному воспитанию к бабушке, занялась детский омбудсмен Анна Кузнецова. Несколько лет назад ребенок остался без родителей, но бабушка так и не смогла оформить опеку. Сегодня Анна Кузнецова пообщалась с Мишей и его учителями. Решение проблемы взяли на себя московские органы соцзащиты. Вся информация на этот час у Ольги Мещеряковой. Он вон там не чистили совершенно площадку. Он упал и сломал руку. За ее спиной проходная с охранником. Там, за забором, внук Миша. Они увиделись впервые за полгода. Шансов, в общем-то, не было. Ребенка отобрали по суду. Алло. Алло, Мишенька. Бабуля? Мишина бабушка отворачивается, чтобы скрыть слезы. Пришли, бабуль. К ним ведь уже приходили, чтобы забрать и увезти Мишу в социальный центр. Я очень хочу домой просто. Очень хочешь? Любишь бабушку? Очень люблю. Мишин аккордеон на полу среди коробок с одеждой. В тот день они разбирали зимние вещи. Так все и осталось. Он кричит. Я от всего этого психоза вышла. Его скрутили, увезли. Бумаги с подписями и печатями по всей комнате, в шкафах, на рояле. Она уже полгода в переписке. А это не счел нужным ответить районный прокурор. Все изменилось вчера. Кадры открытия парка развлечений. Сюда привезли сирот из детдомов и социальных учреждений. Миша подошел к президенту. По-взрослому четко сформулировал просьбу помочь вернуться домой. Президент потребовал разобраться. И вот уже в социальном центре детский омбудсмен Анна Кузнецова восхищается четким почерком и ясным сознанием мальчика. Хотя со школой были проблемы и главное обвинение, что предъявили бабушке в органах опеки, Мишины пробелы и прогулы. Необходимо проверить со стороны школы, все ли было сделано в этом направлении. На самом ли деле не старались удержать ребенка в образовательном процессе, учитывая те семейные обстоятельства, в которых он оказался? Пока ничего не решено. Среди возможных опекунов ребенка в раннем детстве, потерявшего родителей, оставшегося на попечении бабушки, фигурирует и крестный, друг отца, Александр Мороз. Социальный работник в храме. Мишу будут отправлять к нему на выходные. Это называется гостевой режим. Миша просит, чтобы я содействовал, чтобы его вернули к бабушке. Вот вопрос еще, насколько это правомерно было. То, что его забрали. Там основная причина, что он экзамены не сдал. Бабушка готова бороться за внука. Бороться ты будешь, а? Где же силы-то взять все это? Как говорится, конечно, буду. Ольга Мещерякова, Анастасия Полукеева, Олег Добин, Александр Чуканов. Вести.